Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Dragonborn с Карим, соответственно. Мы находимся по-прежнему на Солстейме. В последней серии мы убили Мирока и спасли эту часть земли от потрясений, как и, собственно, весь Сиродил, я думаю. Так что пойдем, Дормедон, теперь нам осталось посмотреть. Нас снова ведет дорога приключений, особо срочных и важных дел у нас нет. Поэтому будем наслаждаться жизнью тихо, размеренно, потому что на Солстейме осталось еще много всего хорошего. Для начала, я думаю, нам нужно подойти к девушке, которая тут говорила, нужно как-то ей починить дом. Для этого мы собрали ингредиенты, смочили их и сейчас отдадим ей. Где это находится, я правда не знаю, поэтому полез опять в какие-то кручи. Скорее всего, надо просто по лестнице подняться, а я тут в круги нарезаю. Ну, в общем, вот такие дела. Так, это оно? Да, это оно. Круг сделал просто. Посмотрим, где-то здесь, говорят, недалеко от гриба. Так, подожди. Маленько подождем. Недалеко от этого гриба находится Силстрайдер. Единственный, похоже, на Солстейме. Пусти ты меня уже, пожалуйста. Вот еще пару часиков. Да сколько ты там спать-то можешь? Япона мать. Проснулась? Нет, не проснулась. Хорошо. Подвинься, Дормедонт. Я в расстройстве. Время 11 утра. Ну, давайте до дня уж подождем. Может, она так в себя придет хоть. Хозяева! Откройте, ну! Да, дела. Не могу сдать квест, потому что хозяйка любит подрыхнуть. Замечательно. Прекрасно. Дормедон, как выполним задание, разрешаю тебе ее убить. Как ты любишь. Особо жестоким способом. Как успехи с магией? А, тебе что-то нужно? Ты испытываешь новые заклинания? Yes, I'm trying to summon an Ash Guardian. I'm just having trouble deciphering Master Neloth's handwriting. I don't mean to be rude, but I need to concentrate. Да, Нелот он такой. Слегка с придурью. Пойдемте к нему, кстати, споем, посмотрим, может, там что новое есть крутое. Прикольный дом. Офигенный просто. Сейчас тут осмотримся, посмотрим, может, какие-то новые у нас получится взять дела, задания. Потом пойдем в сторону Рейвенрока. И оттуда по часовой стрелке продолжим исследовать этот мир. Так, Дормедонт, подожди меня тут, я полетел. В предыдущей серии, среди прочего, мы собрали себе новый драконий меч, который мне не терпится испытать. Hold still. Let me get a good look at you. Что ты ищешь? Incipient madness, loss of self-awareness, black spots in the whites of the Дормедонт, eyes. Не убивай. Спокойно, any of the documented indications of Hermaeus Mora's permanent influence? Hmm? No, you look fine. Well, at least no different than when I first saw Ну да. Разве тебе не интересно узнать, что случилось с Мироком? Who? Oh, him. Well, I assume you killed him. Or Hermaeus Mora turned on him when you looked like the winning bet. Or a bit of both. Mirak's influence has vanished from Solstheim. So, I assumed you handled things. Why? Did something interesting happen? Не похоже, чтобы ты был сильно благодарен. I don't recall asking you to kill Mirak. That was your own project. And I'm not even mentioning the fact that now we'll never know what would have happened when Mirak returned. Although, from all indications, he could have proved a serious nuisance. So, yes, I am grateful that you dealt with him. Now all that's left are these black books. It's a shame I haven't located any more. So much more to be learned. Вообще у меня есть книги. Давай поговорим на эту тему. Have you seen Verona? I'm hungry. Нет, мне не встречалась Верона. Well, find her. Tell her I want apple cabbage stew with some canis root tea.
Эй, я тебе не слуга. Obviously not, or you would have a cup of tea in your hands. I suppose you want to be asked nicely. Very well. Please, O hero of Skyrim, please find Verona. I shall be ever so grateful. Сволота. Хорошо. Что это за черные книги? Откуда они взялись? Hermaeus Mora has always tried to seduce mortals into his service with the law of forbidden knowledge. Where the black books actually came from, no one really knows. Some appear to have been written far in the past, others might be from the future. Apparently, time is more malleable if you're the Daedric Prince of Fate and Destiny. Элени сказала, что тебе нужны эти стержневые корни. Yes, yes, I do. But they are for her to use to repair my withered tower. I'm too busy to deal with this right now. Go, take them to her. Да она спит там. У нее закрыто. Могу ли я помочь с твоими исследованиями? I'm running low on heartstones. If you have any with you, I'll buy one. Otherwise, I can tell you where you might find one. Не интересует. Ты думаешь, что кто-то пытается добраться до тебя? I don't know, but I mean to find out. I still have some research to do before I'll know anything for certain. Что у тебя есть на продажу? I might have a few staffs, if you're interested in that sort of thing. Оружие. О, прикольно. Незачарованные посохи. Посохи в основном, короче говоря. Свитки. Пустые камни душ. Ну, ладно, это нам не нужно. С другой стороны, я могу тебе... Нет, это я, конечно, не продам, не подумайте. Может, что-то есть, типа вот такого. Продать. Да, пофигу, забирай. Мне он все равно не нужен. Такой взбалмошный довольно-таки, да? Давайте посмотрим, что у него есть. А, понятно. Чё-то пугаешь ты меня. Так, ничего хорошего у тебя нет. Успокойся. Конечно. Так, ну здесь я не вижу чего-то такого особо крутого, поэтому... Я не думаю, что я эти сердечники буду ему таскать. Нашли тоже мне служку. Пойдем, Дормидонт, нам тут особо не рады. Нужно будет разобраться с этой Соней, которая все не хочет принять от меня то, что просила давно и мечтала. Я даже брать не буду. Так, хорошо. Исповедь наркомана. Трудно найти что-то более отвратительное для Данмера, чем вид другого Данмера, попавшего в рабство этого производного лунного сахара, именуемого Скума. И нет ничего менее аппетитного, чем жалостливые рассказы об унижениях и деградации, грозящих жертве этого омерзительного наркотика. Тогда почему же я утомляю вас унылым перечислением моих скорбей и грехов? Потому что лелею надежду на то, что окружающим станет известно, что с этим печальным положением можно справиться. И потому что другие люди, попавшие в зависимость от Скумы, могут услышать мою историю. Историю моего отчаяния и того, как однажды я снова стала самой собой и освободилась от мною же выкованных цепей. Потому что известно каджитам, потому что всем каджитам известно, от кому, как не им об этом знать, что нет лекарства от пристрастия к Скуме. Считается, что человек, ставший рабом Скумы, остается таковым навсегда. Все знают об этом, все считают это правдой. Но это не так. Я живое тому свидетельство. Не существует чудесного лекарства, нет никакого зелья, нет магического заклинания, которое может освободить вас от этого наслаждения скумой в вашей крови. Но есть понимание этого наслаждения, и жажды наслаждения, и стыда,
который ощущает искатель наслаждений, будучи не в силах отказаться от того, что в недалеком будущем становится его единственной радостью, и благодаря этому знанию и пониманию можно прийти туда, где снова доступен выбор, и надежды и отчаяния разделимы. Короче говоря, только понимание и приятие может дать в руки раба ключ, который откроет запоры и выпустит раба на свободу. Понятно. Испытать наркомана – это всегда печально. Ненавижу наркоманов. Это мы, конечно, не откроем, но книга… Вон она лежит, похоже, да? Блин, это интересно. Ну ладно, давай, бывай. А мы двинемся. Дормидон, аккуратно. Просто так не прыгай. Я уже пробовал, ничего хорошего не получается. Что-то знаете, мне в последнее время драконья броня своим видом начала нравиться. Раньше прям натурально отторжение было. А теперь... You've got to help me. I conjured an Ash Guardian, and now it's running amok. Да ты чё? Почему ты не уничтожишь его? I need to keep Master Neloth distracted, so he doesn't find out what I did. Накосячил. There's no telling what he would do to me. While you are taking care of the creature, I'll try to figure out what went wrong. Вон он где-то там ходит, да? Я могу его уничтожить. Thank you. I was hoping you would. Hurry. I'll keep Master Neloth distracted. Ну, я думаю, ты мне должен будешь за это. Я за просто так ничего не делаю в этой игре. Ты посмотри какой. Давай, Доши, глуши его, отвлекай. Был не просто, тем более с таким мечом. Ты там как, нормально? Из тебя сыпется прям. Короче, застряли мы в этой деревеньке, похоже. Так, из пепла. Поговорить с Талвасом. Ну, пойдем обратно. Я думаю, маг все-таки почувствовал, наверное, присутствие магической твари, так что все это напрасно. Прикольно, наколдовал, умелец. Ты стоишь в столбе. Have you destroyed the Ash Guardian yet? Master Neloth will kill me, or worse, if he finds out. Уничтожен. What a relief. Master Neloth surely would have punished me had he found out. I don't have any gold to pay you with, but I can give you the staff. Зачем мне посох? Ты упадешь сейчас, кстати говоря. Что пошло не так с заклинанием пепельного стража? No, it turns out that the spell requires a heartstone to cast properly. I didn't have one with me when I cast it. Ну ты косячник. The spell without a heartstone, it attacks anything in sight. Тебе не встречалось, Верона? Not recently. Neloth keeps me very busy with spell research. Ask Alenia. She and Verona seem to be quite friendly. Ладно. До встречи. До встречи. Столб. Хорошо. Пойдем, Даша. Я надеюсь, наша дамочка проснулась уже. А, солнце. Ненавижу. Здесь просто в чем проблема с Лоустейми? То, что здесь всего одно поселение, особо попитаться не с кого. Поэтому как-то не оценил. Наконец-то открыла. Она спит, там такое ощущение, что 20 часов в сутки. Я слышу книгу. Где-то поблизости книга. За стеной, что ли? Ну ладно, неважно. Иди сюда. I don't care if he's a master wizard. He can't treat me like this. У меня есть свои корни, принес я их. Truly? Well done. I'll just keep two of them for myself. No need for Neloth to know. Take that last taproot and plant it into the wall of the withered house.
Верон не видела. She left for Raven Rock hours ago. She promised to bring me back some fresh blisterwort. Окей. На продажу что? I probably have some potions around here that might interest you. Зелье лечения мне пригодится. Хорошее зелье лечения. Да, не особо. Это так. Я тебе, в свою очередь, продам это. Магия нам тоже не особо нужна. Ну, вот это можно оставить. В принципе, вот эти вот поставить три, и все, успокоиться. Ну, ладно. Вот так, короче говоря, нормально будет. Azora, light your steps. Так, посадить. Только сначала надо осмотреть. Вы слышите эти звуки? Это слишком круто, чтобы уходить. Another wanderer. I suppose you'll be wanting potions, just like the others. Нет, похоже, отсюда мы не пройдем, да? Be careful. Упс. Сперли. Да нет, не может быть. Ладно, пойдем. Похоже, отсюда прохода нет. Ох, поганое солнце. Так, подожди. Нам нужно идти обратно к этому магу, что ли? Похоже на то. Да. Что-то в этой серии мы подзастряли как-то тут. Ну, прикольно, что. Необычное место такое. Такой привет из Карима. Окей. Блин, я туда хочу попасть. Так, вот оно, да? Хорошо. Много беготни. Подожди, почему туда показывают? Ну-ка, давай посмотрим. Мне просто нравится кататься, это прикольно. Master, you promised to teach me a new conjuration spell. That was before you ruined that staff. Fix the staff, and I'll teach you the spell. Ну, конечно. Так, ну, ладно, давайте, короче, просто к Элене пошли тогда. Что-то у нас Марк сбайнул, судя по всему. Где же здесь Илстрайдер? Я тут, в принципе, уже практически все обошел, но не видел его. Такое ощущение, что все-таки эти два дома как-то соединены между собой. Есть какой-то проход, но я его не вижу в упор. Ладно, неважно. Все, готово. Сделали мы твою работу. Давай, Дэнги. I don't care if he's a master wizard. He can't treat me like this. Посадил я. Good. Now maybe Neloth will get off my back about it. I suppose you think you should get paid for helping an old woman. Ну, так-то here, да. Take these. I'll sell you more if you come back later. Хорошо. Два зелья благополучия. Что за зелье, кстати говоря? Это лучшее зелье в игре, похоже. Так, лады. Где же Верона? Она пошла в Рейвенрок, но мы пока в Рейвенрок не пойдем. Где-то здесь ее поймали, похоже. Есть такое подозрение, что не дошла. Так, ну давайте осмотримся. Вон там у нас две мерзкие руины. Ого.
Это отродье пепельное. А, нет. А, да. Прикольно. Так, ну, погнали. До свидания. Хорошо. Что это? Давайте порядок наведем. Золото не будем брать с гробата. Успокоение. Блин, интересно, что он делает? Давайте посмотрим. Я просто посмотрю и положу обратно. Не подумайте. Шляпа, короче, какая-то. Все, пусть лежит. Так, ну больше тут, похоже, ничего. Кроме этих гробов. Пойдем отсюда посмотрим. Хотя здесь нет, здесь не получится. Давайте поверху обойдем еще. Прикольно. Не, место крутое на самом деле. Мне нравится. Где же только этот товарищ сидит? Здесь мы еще не были, кстати говоря. Оказался Силдстрайдер. Ну ладно, давай сюда зайдем сразу, посмотрим, что тут. Дом управителя. Клево. Интересно. Небогато. Ух, эти звуки. Не, ну с такими звуками я бы спать не смог. Понятно, что здесь... Так, это мы читали. Понятно, что здесь черная книга, все про это знают, но все равно слишком беспокоен, на мой взгляд. Вся деревенька овеяна этим. Так, последний дом смотрим, потом ищем Силдстрайдера, а потом уже отправляемся туда, за Вероной. Что? I'd better tell Verona to bring apples and cabbage from Raven Rock. Тебе она не встречалась? Is it tea time already? Well, Neloth's just going to have to wait. Verona went to Raven Rock to arrange for supplies. Мефала Клокью. Небогато у вас тут. Понятно. И так небогато живете, брать ничего не будем. Так, ну в принципе надо бы отправиться за Вероной, но сначала все-таки сюда. Вот он, Силдстрайдер. А шуму-то, да? От одного маленького. Ну, не такого уж маленького. Пойдем посмотрим. Так, тихонько. Дармидон, ты лучше обойди. Я потихоньку тут спущусь. Пипец. Силдстрайдер. О, офигенно. Это слишком круто. Так, давайте спрячемся, потому что
Наверняка это что-нибудь не так. Знаете, что было бы круто? Если бы мы сейчас подошли к нему, и вот этот торговец сказал бы, я могу отвезти тебя в Morrowind. Поедешься, типа, со мной? И мы бы попали туда. Вот это было бы вообще прекрасно. Но, конечно, это все мечты. From that look on your face, I'm guessing you've never seen a silt strider before. Довидали. Бежит. А что это такое? This is Dusty. I personally trained her from a larva. Feels like a lifetime ago now. She hasn't been in traveling condition for quite a while now. I've tried to let her go off on her own, but she insists on staying here. Как вы смогли тут выжить? We get by trading odds and ends with the locals. I've decided to stay here and make sure she passes in peace. It's the least I can do for her. Every once in a while, a local makes it out here. Although they usually just want to catch a glimpse of Dusty. Silt striders are pretty rare now. По поводу силт страйдеров. What would you like to know? Почему они такие редкие? The blast from the volcano wiped most of them out. Да, а жаль. Found Dusty in a small cave on Vardenfell. Silt strider cocoons are pretty tough. Для чего их использовали? Mostly for transporting goods and people. They were pretty commonplace in Morrowind, but that was ages ago. A silt strider carapace is so strong it can withstand the harshest of weather. Even the legendary sandstorms of Vardenfell's Molag Armor region were said to barely make a dent in them. Of course, that's all ash now. Давай сменим тему. All right. Да, в принципе, все. Пока. Угу. Ну, давай посмотрим на тебя, пылинка. Ох, крутой какой. Ты посмотри, да? Здесь у них специально, что ли, продалбливали? Пойдем, 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 Дош. Да подвинься ты, елки-палки, но! Во какой! Здравствуй, пылинка! Просто раскрыть рот и стоять под ним. Какой он огромный, это же обалдеть. Фу, ну, свою миссию, я считаю, выполнена. Больше всего в Салстейме я хотел найти силу Страйдера. И мы его нашли. Ну что, давайте на этом и завершим, наверное, всю эту серию. В следующий пойдем спасать Верону, чтобы там с ней не было. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Большую часть серии мы провели у этого гриба. Но я давно обещал все уже к нему прийти. Наконец мы добрались, и это круто, по-моему. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.